Знаю. Так, тихо там. Ну что, мы на победку, да? Надо чем еще. О, ворон. Ворон там? Я думал, они вымерли. Какой ворон? У меня вообще клан не написан. Ну это баф, значит. Участок будет. А если это ворон, то это изи будет. Ну, у них тюрм, он тюрм на бомбу вороне. Бомбу крипов забирать справа. Да, можно двоих забрать. Сразу, давай заберем, да. Вот он тюр бежит уже. По-моему, это тот же тюр, нет? Чат, посмотрите. Ой, блядь. Не вылазь. Напугал меня. Сзади. Не забрали, да, короче, мы крипов? Ну, типа, они нам... Да, аута у них стоит, по-моему. Она потратила. Сейчас будем... Блин, не успел я. Как дела у тебя, Кернун? А вот так, если? Как же он хочет меня под тауэр, да? Давай крипов заберем. Он для этого, мне кажется, берет этого тира. Он меня в три рейса уже увезти пытается. Для красного ставим лучше, не? Ну, попытаться не стоит. Блять, и я взял нечаянно. Ну ничего. Безранится. Убивай туда. Ой. Там этот, там лось призматый, это нам уже лучше отойти. Нормально, он дал мне уйти, кстати говоря. Очканул. Ай! Секло, если честно. Че, это сильно наш заберем? Наш, да, их не будет. Да, их не будет, да, не будем. Это хпшечки нет. Да, Игорь? Да. У меня как обычно. П нет, того нет, всего нет. Там учат легко. Да, сейчас в России всем мне тяжело. Мне вообще не трудно. ХП ни у кого нет. Без вас пофармлю тут. Ах ты крыс, я так и знал, то, что экспу все заберешь. Че, у вас ультов еще нет, пацаны? Все, ясно. Оставь крипов. Давай на пятый уровень апнем. Я привел вам специально, смотри, покоцанных. У меня сильно не хватит. Та же фигня. Я одного, значит, лишку. Лишку перебрал. ТП-очки будут. Давай, Биг, спасибо большое. Вот видишь? Видишь, с мьютом как хорошо. Вы не слышите, что я на стриме говорю про вас, гадости всякие. Ну, параллельно может быть запущен Steam. Кернула его? А, блин. Ну давай, попробуй. Ну, Игорик. Ты что, застилил пацана у меня? Застилил у тебя пацана? Да. Он на эскейпе вообще-то ушел, я его крипом добил. Но меня как бы ультовал туда. Он, а я на синий. А, не забрали свой синий, ладно. Да, ну на все. О, смотри, блин, смотри, вот. Оп. Блин, ты его выкинул. Ну да, к нам привел. Ты застанил, я закинул. Красиво. Комбинейшн. Кто у нас с мутацией? А. Кто-нибудь знает, как автоварды, расстановку и автоматическое юзание реликвии убрать? А, нет. А есть автоварды? Ну, просто жмешь на кнопку, он появляется. А, не, я не знаю. Автоскиллы я понял, как убрать. Автозакуп еще этих нужно убрать. Артефакты. Не, это я убрал. Он это убрал. Тут просто человек на этом аккаунте играет с автоскиллами, с водами. А читы там есть, интересно? Вряд ли, не подвезли. Спасибо за подписку. Они вообще есть в смайте читы, мне интересно. Move speed. Да, move speed. Double damage есть. Дабл дэмэдж есть? Серьезно? Я не видел. Давно видел, может пофиксили, но я точно видел. Вот мовспид я видел на видосиках, как ребята бегают. Потом есть вижн, то есть в инвизе видишь. Ну, сейчас есть Йорманган для этого. У меня ульт есть, я в зоне, если что. Влад, кстати, играл Йормангандом? Я вчера хотел смайт удалить, как только одну игру сыграл. Почему?
Но я как ценитель саппортов не оценил. Реле. Попалось. Да, блин, куда я кинул? Мы тут все еще деремся, кстати, можешь подойти. Я где, я дерусь. Нокс. Нокс. Нокс без маны, Нокс! Автоатака. Бля, не попал. Но я бы его не убил, наверное. Я не убил. Он жирненький. Синий год берем у них. Теперь можно, наверное. Успеем? Ну, вообще херну он там сейчас подтянется. Да, хрен. У меня 3 секунды прерываешь, но... Бейте, я его подержу. Там еще тюр что-то придумал. Я заберу. Голосу. Отъезжаем, причем быстро. А тебе заберем тот. Таранкиды, да, Хабибус, таранкиды. Это квалификация. Даже не ранкиды. Не, ну, квалификация тоже ранговая. Да. Выиграй 5 подряд и познакомишься с мастерами. Выиграй 5 игр подряд, ты соберешь одну полноценную игру. Ты играешь с мать, какая полноценная игра? Сколько счет? Я держу крипов вообще-то здесь. 3-2 пока, 3-2. Хорошее дело, продолжай. Давай, и как, давай. Держится нормально все? Ну типа да. Ну, я типа, на Б. Получается, да, у тебя, в смысле? Да, 2000 денег, 2600 денег вообще, типа изи. Ну, богатый. Купи мне что-нибудь, Игорь, там. Я купил тебе ворды. Я тут убить пытаюсь. Ой, минус лось. Ой. Кто? Лол. Не, все-таки автоцальгу убирать не буду. Блин, я могу ворваться на изи. О. От слов где его, давай. Давай. Только она улетит, наверное. Надо кого-нибудь, не знаю. Да вообще все равно кого. Так, уже блин, чтобы у меня откатился. Может Тюра? Тюр да. Самый такой. Спаси его. Сука! Я ультанул в нее, когда она ультила. Я застелил, все нормально. Неплохо. Мы чувствуем Джокером друг друга на изи вообще. Расчистило. Без слов, да? Че ты там стоишь? А, сука, не достал, да. Есть смысл? Да, есть смысл, почему нет? О, пацан без эскейпа. Запаниковал. Он занервничал, да, просто. Ладно, отходи. Он нет. А, что-то 8-0, по-моему, статистика, да, у нас? Мой рекорд 27 к 0 в 10 минутам. Ну, в смысле, у тебя лично? Нет, ну, раз. На команду. Ну, саппортом попробуй 27 к 0 на стригал. Да, вообще изи. Не, ну, стригал, конечно, 15-13 игрлайк делал. То есть, ну, я на аренке больше. У нас стрим... Да, когда идешь, там попадаются такие просто... Ребята тут похвалу кидают, говорят, у нас хорошо получается. Он ультанул туда, смотри. Я иду помогать. Не, ну он попал в меня. Я иду помогать, типа, смотри, меня могут убить так-то. Могут, да, и ты статистику всю испортишь, знаешь? У меня есть ульт, типа. Да, у меня еще у самого есть пассивка, как бы, так что... Давайте так, подеремся. Давайте подеремся, типа, у нас хп нету. Давай, да, у меня ультимейт есть. За углом стоит. Вот он. О, давай, убивай его. Смотри. Я убью, смотри. Пью. Это тоже, я думаю. Да, не надо ультирать, наверное, да? Лучше переборщить, чем недоделать. Да, нормально. Лучше все. Лучше перестараться, чем недосраться, да? Или обосраться лучше. Спорный вариант. Че, убиваем ее? Я как белый человек Тауэр побью. Хорошо, бей Тауэр. Врагов много, Тауэр один. Да. Я думаю, это Сураннер будет. Тогда. Че? А, ну синий, пойдем нас заберем, а то у нас что-то по хп проблемы небольшие. Не а можно на базу закупиться, пожалуйста? Я бы не стал. О, на 3200. Пойди еще крипов заберу там. Крыса опять. Я шкатку тащу тебя. Ты мне тащишь шкатку. Хорошо. Тут катка сама себя тащит, у них тюру нагца.
Даже если у них получится схватить, Тюр все поправит. Мимо, в смысле, да, поправит? Так, пацаны, я иду, пацаны. А не Тюр, не надо, пожалуйста. Ой, что-то я забрал, да? Не думал, что столько дэмэджа, хотя через первую иду. А, я потом по поводу фильмов отпишусь еще в группе, я хочу пост сделать. Них, того, что я недавно смотрел и что хочу посоветовать. Дядь, следи за группой, второй. Я сделаю. Я на сделаю. Автомате ставлю, привыкший их один ставлю. Хорошие у вас автоматы. О, здорово. Я в керну обрываюсь. Лось, вернись, я все прощу. Ну что, Аегис был или что? Не знаю. Он какой-то. Гона, он какой-то был этот. Не? Непробиваемый. Парагигант упадем. Да, пойдем убьем. Они нет. Сейчас пойдут, и мы можем их забрать, если встанем на котах. Че не сурендерить, не пойму. Они думают то, что они затащат. В 13 минуте. Курс математики они прогуливали. Нет, ты чё? Там все просчитано. Ой, они бегут. Бегут, смотри. Ой, на развороте. И Нокс у него внутри, типа. Опа! Вынь Нокс. А я еще и застанил на полрубля. Ой, я попал. Ой. Ой, он умер, что ли? Ой, ой, какой урон. Ой, 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 ой! Крипы, смотри, стоят нам в спину накидывают. Пульками своими в жопу. Я просто уже не ощущаю. Ну, типа, я да. Топ по уменьшению, нормально так играю. Ну, Игорь, халявит. Кого не возьми, выйдет топор. Нокс бедный, видел, да, как откипело? Можем Керну на убить. Да можем, можем всех их убить. Ладно, давай Тюра. Ой, тише. О, развалился на базу, видел? А, что-то этот, слышь, что больно бьет так-то. Ну он большой просто. Ай, кернул. Просто один в 2 минуты. Ой, блядь, я ультанул и отменил случайно. Сейчас будет ульта от Ноксы, поэтому... Да, надо забыть блочить. Камон, камон, летс гоу. Ебать ты хилишь. Просто пол да. Лица мне выхилил. Спасибо Барона за подписку. Хоть порезали, он все равно очень сильно. А чё, всё? Чё, пойдём красным? А, ему хил куда по нерфу? На 2% или около того. Ну, я не ощущаю. Все ночью много. Да, 2% это так. Спасибо за подписку, ребят. Подписен. Можно? Можно, спасибо. Тюр, смотри, красный, синий забирает. Красно-синий забирает. Я помню, проиграл команде, у них был Чак, Афродита и Купидон. И все через блинк шли. Они промордовались и просто влетали с блинков на баф. Он меня убьет. Меня убьет. Другой убьет. Тот не убьет, этот убьет. Ну если попадет, конечно. Сука! Ты сломал катку. Статистику про... Стой, ублюдок. Куда поехал? Ой, а нихера себе. Команда не засейвила, видели, да, чат? Ой, я микрофон не заметил. Да. Пишет F6. Давайте сдаваться, да уж что. Ну не, вообще, если бы это квалы. Если бы были не квалы, можно было бы сдаться. Не выйдешь, сука! Да еще раз. А, все. А у меня не было чё? Первого скилла. А что ты там делаешь? Это их фонтан. А он случайно. А, я думаю, что не хилится, ёпта. Надо так. Почитать гайда. Так я хилю и не хилится что-то. Она, в смысле, я дал ей руты, она все равно зашла в этот. Калачик. Тут, говорит, даже говорить не о чем. Сломал катку. Ну, счет поломал. Поломал ему. Это да, 10-1. Вернее, даровал веру победу. Ну вообще да, они теперь выиграть могут. Просто теперь дело пошло. У них сейчас Видеофеникс поднимется. Вот, это камбэк, так. Вообще камбэк. Камбэк? Они, может, даже нам башню поцарапают. Тюр, у тебя вот весь... Вот план у тебя есть, ты что-то хочешь, Тюр? Ага. И что дальше, Тюр? Ульта пошла в меня. А дальше? А чё звука не было, как он топнул? У меня две ульты пошло. Сейчас, подожди, я им покажу. А, три ульты.
Ага. А чё он жирный такой? Ну, они мне прям... братан. Ладно, давайте вы там развлекайтесь, а я пойду катку закончу пока. Вот да, просто аннигилировать. Бам. Ну, три ультимейта, это пол хп. Нормально. 21 слота, Джокер, ну вот как ты мог? 20 это было почти идеально. Да Нокс попало, видишь, один раз. Это сам у тебя 100 хп, и ты полез драться, бить ну, лица. Конечно, в себя поверил. Да, это жадность фраера. Джокер, ты фраер.